Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. У нас длительная стыковка в Ханое, и мы решили остановиться в отеле напротив рынка, чтобы купить фруктов. Отель называется Ави Аэропорт Хотель. Ну, отельчик небольшой, семейный. Вот это ресепшн, здесь вы можете взять поесть. Поесть недорого, от $1,5 даже от 50 центов за рис. $1,5 рис с яичницей, 2,50 жареная картошка, там салат, курица $4. Ну, в общем, поесть можно. Мы не ели, потому что мы прилетели ночью и сейчас рано утром улетаем. Вот такой отельчик скромный, дешевый. Самый дешевый номер здесь стоит 800 рублей, но он будет без окон. Мы взяли семейный номер. И вот, дорогой, да, и вот такой рынок. Ребята, мы приехали во Вьетнам, у нас здесь стыковка, одна ночь, где-то с 10 вечера до утра нам надо было переночевать стыковку где-то, и мы сняли отель всего за 1000 рублей рядом с аэропортом, на такси буквально 10 минут ехать. Взяли именно этот отель из-за близости, из-за того, что здесь рядом фруктовый рынок есть, буквально через дорогу. Я хочу показать, очень номер нам дали смешной такой. Стандартный. Называется стандартный номер. Три кровати, мало-мало, меньше. То есть самое, они и по росту, главное, сзади самое высокое, ниже. Короче, у нас сегодня, Сережа, три кровати. Будем в догонялки играть. Там номер 2450, да? Да. Номер огромный, плазменный телевизор, мини-бар, чайник есть, набор для кофе есть, чашки забыли дать. Но, скорее всего, надо пойти на ресепшн, просто взять, здесь все это просто. Значит, два кресла, уголок, есть такая дизайнерская вешалка, и санузел, сейчас я вам покажу санузел. Вот такой здоровый санузел. Толчок стоит, и, значит, душ и умывальник. Вот. Такой у нас стандартный номер. Да, если не люкс, представляешь, ну, за 1000 рублей. Да, за 1000 рублей, да, даже очень. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Всего вам доброго, до новых встреч!